торжественной церемонии я бы хотел выразить сердечную благодарность мэру города Таллина господину Сависаару, который очень способствовал реализации всего этого замечательного проекта. Он действительно хотел, чтобы в этом районе, где так много проживает православных людей, был построен храм. Он был сегодня с нами, как уже вы слышали, но вот иногда силы человеческие оставляют нас, особенно когда мы стоим долго, когда много народу и не так уж легко дышать. Мы надеемся, что все будет хорошо с господином Сависаром, что он полностью восстановит свои силы. А я хотел бы сердечно его поблагодарить и пожелать ему помощи Божией в его служении на высоком посту мэра города Таллина.